Привет, друзья! Сегодня я решил побаловаться микроджигом. Погода ветреная, сумрачная, ну совсем не окуневая. А после дождя вообще так сыровато. Ну, в общем, погода не фонтан. Ну, будет полосатый разбойник клевать, уже хорошо. Какого бы ни было размера. Поехали! Поклевочка. Окунище. Заел виброхвостик. Весь так калиброванный. А красавчик. Опа. Оп. Красавец. Не выдержал. Клюнул. Вот такой по сегодняшнему дню прям красивый окунь. Оп. Опа. И снова что-то под самым бережком. А? Поймался окунек в этом неудачном для заброса месте. А заброс тут только вот таким вот примерно макаром можно сделать. Ни сверху, ни сбоку не получится. Вот такой вот заброс питчингом. Оп, оп, отпал. Опа, есть. О, хороший окунь. Хороший, друзья. Вот какой.
Опа. Есть. Опа. Этот худой. Ага. Ух ты. Сошел. Есть. Ух ты. Какой красивый. Во. Это же вообще полосатик. Замечательный. Во какой. Есть. Подвис. Разбойник. О, на ходу. Прям на лету схватил. Нет. Не стал дожидаться, пока джиг упадет. Такая вот, друзья, сегодня у меня небольшая рыбалочка. Рыба поймана. И для этого пруда еще и окунь достаточно неплохой. В принципе, для такой погоды результат какой-никакой есть. Вам пока и до новых встреч.